Всем привет! Сегодня у нас была установка на Toyota Tundra 2013 года. Мы ставили на нее электропороги АТС. На самом деле эти машины очень редкие гости, которые к нам приезжали. И сейчас, по какой-то причине, они стали заезжать гораздо чаще. Хотя для этого автомобиля пороги просто необходимы. Он очень высокий и большой. Мы сделали очень широкую панель. Как заходить, так и выходить очень удобно. При этом посмотрите, как складывается она. Ее практически не видно, она выглядит как часть кузова. Пороги работают, соответственно, как для передних, так и для задних пассажиров. Сюда и детям, и пожилым людям, и людям с ограниченными возможностями очень удобно заходить. Все, наши пороги также, как и на другие модели, управляются с приложения. С них вы можете пороги отключить. Подключить, включить доступ к люку крыши, если что-то вам нужно забрать на крыше, не открывая двери. Вот мы не ставим никаких механических кнопочек, не сверлим лишних отверстий в автомобиле. Также и кронштейны устанавливаются все в штатное место. Все, с данным автомобилем мы работу закончили и отдаем его владельцу. Всем всего доброго.